सत्यवती हृदय नंदनोभ्यासोस्तिकमलकल्पम वाङ्मयमुक्तम जगत्प्रियवती विश्वसर्गसर्गात् नवलक्षधाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं परात्कोपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीधामं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगर रघुनाथान्वितं सजीवं सार्वैतं सावभूतं पर्यसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णनाथां सहगरदत्ता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणोत्तम देवी सरस्वतीव्यासं तपोजयवीरे वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणानुराशे हे रूप दुर्लभ जनैः दयालुक हे भक्ति युक्त सुमति रघुनाथ दास श्री जीव मे गुरु मंद मते बुल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड परम मंगल श्रीमद् भागवतम पुराण ऑचिन ऑचिन благоприятно и является литературным воплощением Кришны, является Кришна Сева Мурти, является его Писанием, которые приведены множество различных игр Шри Кришны, и среди них Манихаран Лила. Шри Шукадева Госвами рассказывает об этой лиле. В предыдущем контексте Шукадева Госвами сказал, что Сатраджит обвинил Шри Кришну в воровстве его камня Самантака и убийстве его младшего брата Прасени. Шри Кришна узнав об этих обвинениях, отправился на поиски Прасени и обнаружил, что Прасен был убит львом в лесу. И отправившись по следам, оставленным львом, он обнаружил, что лев также был убит. Тогда, отправившись по следам медведя, Шри Кришна вошел в пещеру, в которой жил Джамбаван, и 28 дней он сражался с этим медведем Джамбаваном без всякого отдыха, день и ночь. Шри Джамбаван почувствовал, что Кришна победил его, и почувствовал, что силы покинули его. Он стал возносить молитвы в 26 стихах. Шри Джамбаван молился Шри Кришне. Я понял, что ты являешься силой всей силы, ты сам Сакшат Вишну Пурана Пуруш, ты вечная личность, вечная абсолютная истина, и являешься Господом Ишварой.
Ty tvorec všech tvorců. And Bhagavat is seen in this universe. И все видимое в этом, в этой вселенной. И эта вселенная также все сотворено одним тобой. Ты главная причина всего творения. Кала Кала это Вишава. Ты смерть смертей. Тата Атма. Атма Тата Атмагам. Ты верховная душа всех остальных душ в этой вселенной. Только движением твоей брови время, неумолимое время, являющееся воплощением смерти, разрушает все. Если ты своей бровью проливаешь милость, когда ты в форме Рамы являешься в этот мир и приходишь на берег океана и начинаешь молить его, дать тебе возможность пройти. Но океан отказывается исполнить твою просьбу, тогда просто движением своей брови ты начинаешь волновать весь этот океан, и все живые существа этого океана, все крокодилы, все рыбы, они чувствуют невыносимое беспокойство. Тогда океан склоняется к твоим лотосным стопам, и расступается перед тобой, и ты достигаешь Ланки. Ты устанавливаешь этот мост. И ты разрушаешь всю Ланку. И четырех главы, четыре головы, четыре главы Ракшаса падают на землю. Ишукшетани. Пронзенный стрелой твоего лука. Являешься ты Рамом, когда Джамбаван узнал в Шри Кришне Рама, он увидел его великолепие, его... Тогда Шри Кришна ответил ему, этому Рикшараджи,
Он сказал, Бхагаван Дева Кришна сказал, Шри Кришна просто положил свою руку ему на голову. Эта рука была полна благословений. Он положил эту руку на голову Джамбавану и благословил его. Все благословения и все благоприятное эта рука Шри Кришны давала Джамбавану. Шри Кришна был очень тронут и поражен. Его сердце было похищено вот этой парам бхакти. Тогда очень сладким языком, сладкими словами он ответил. О, Рикшапати, о, царь медведей, я зашел в эту пещеру для того, чтобы забрать Шамантака Мани. Меня незаслуженно обвинили в воровстве этого камня, и я хочу вернуть этот камень и очистить свое имя от ложных обвинений. Услышав слова Шри Кришны, Шри Джамбаван предложил Шри Кришне свою дочь Джамбавати и камень Шамантаку. Шри Лалит Мадхава, Шри Рупа Госвами Пад описывает, как Джамбавати была предложена Шри Кришне. Джамбаван сказал Шри Кришне, я сейчас приду и принесу Шамантак Мани, а ты подожди здесь. И как только Джамбаван ушел, зашел в свою пещеру, в свой дом, то служанка Пратихари, она подошла и смотрела на него, не отрывая глаз. Как удивительно, сказала она, что принцесса, что дочь Джамбавана служит своим божествам, а эти божества, они в точности похожи на тебя. Как так произошло, что ты похож на эти божества?
our master Jhanwal went there and then tried to bring that jewel, but he failed because Jhanwalati is not ready to give it. И Джамбаван, когда зашел к себе в пещеру и хотел принести этот Чамантаку, то он потерпел неудачу, потому что Джамбавати отказалась отдавать этот камень. Она сказала, тогда Кришна сказал, передай своей дочери, что она не должна быть так привязана к этому камню, не должна быть так жадна. Тогда Кришна вошел в Антарпур, где находились покои Джамбавати, и увидел прекрасное свое мурти Шри Кришны и Джамбавати, которая служила с преданностью Шри Дваракадишу. Она разговаривала с этим мурти. Она говорила, Саки, посмотрите. Я иду сейчас украсить это божество гирлянды. Это божество настолько красиво. И когда она стала вешать гирлянды на шею божества, то она потеряла сознание. В это время Шри Кришна вошел Шри Кришна вошел в алтарную комнату и вошел в это божество и сел в это время Джамбавати предложила гирлянду на шею Шри Дваракадиша. И Шри Дваракадиш испытал все саттвика бхавы. В это же время Джамбаван вошел туда и стал возносить молитвы Шри Кришне. Он сказал, что любовь Джамбавати к тебе безгранична, поэтому я предлагаю эту свою дочь Джамбавати тебе. Пожалуйста, прими ее. Таким образом, Шри Кришна получил камень Шамантаку, и также Шри Джамбавати. Таким образом, Как служение Шри Джамбаван, он предложил свою дочь Джамбавати Шри Кришне. Тогда Шри Кришна некоторое время остался в этой пещере у Джамбавана погостить. Все остальные, которые сопровождали Кришну в этом поиске, они ждали очень долгое время у входа в пещеру.
В течение 12 дней они оставались у входа в пещеру. После 12 дней Шри Кришна не вернулся, и они опечаленные стали думать разные вещи. Нервничая и потеряв всякую надежду, они вернулись в Двараку. Nishant Devi ki Devi Rukmani Anand Devi Srunudo Vyakta Shochan Vilakshtam Angrikatam. While this message was conveyed to Devi Ji, когда эта весть достигла Рукмини и Деваки и других родственников Шри Кришны, Гьяти, тех, кто принадлежал к его касте, все испытали невыносимую боль. Билад Кришна Манюрга там означает, что Шри Кришна долгое время не выходил из этой пещеры. Все они начали проклинать Сатраджита. Погруженные в эту печаль, они стали поклоняться Шри Дурги Деви. So Uptasma Mahamayam Dukha, they served Shri Dukha Devi, Krishna Dukha Devi, to receive Shri Dukha Devi, to receive Krishna назад. Tesham Devi Upasthana, Pritya Vishna Shisha, Sacha, Pranam Bhavadu Siddhartha, Sadaru Harshad Hanani. Tesham to Devi Upasthana, while they prayed Devi, Деви дала им благословение и успокоила, что вы не должны переживать, что Кришна обязательно вернется. Деви дала им благословение. После 28 дней и некоторых дней, которые Шри Кришна погостил в пещере Джамбавана, и после свадьбы, которая прошла там, Шри Кришна снова явился в Двараку. И таким образом все Дваракаваси достигли своей цели. Шри Кришна явился туда вместе со своей женой Джамбавати и обрадовал своим появлением всех жителей Двараки. В то время Ришикеша, господин всех чувств, то Upadam Rishikesham,
Когда Ришикеша, господин чувств, вернулся в Двараку, все жители Двараки почувствовали, как будто заново родились. Так как новость о том, что Шри Кришна пропал в пещере, погрузила всех в печаль, то появление Кришны в Двараке было подобно второму рождению. Шри Кришна был украшен камнем Шьямантака на своей груди, сопровождаем Джамбавати своей новой женой. Шри Кришна вошел в зал собраний и пригласил туда Сатраджита и царя Уграсену. И перед ним стал описывать то, как он добыл этот камень Шьямантака, сражаясь с Джамбаваном. И он вернул этот камень Сатраджиту. Это заставило Сатраджита почувствовать очень сильный стыд за его обвинение. Сатраджит склонил свою голову и он очень чувствовал себя виноватым. Guilty. So Antapramana. So feeling himself very much guilty. Чувствовал свою вину. He returned to his house. Таким образом, вместе с этим камнем Шьямантака Сатраджит вернулся в свой дворец. Совесть не давала Сатраджиту покоя, он постоянно думал, что я не должен был поступить так, я сделал неправильно. И также он очень боялся, что Шри Кришна, он очень могущественный, и в сравнении с ним я просто слабак, ничтожество, и если Шри Кришна пожелает напасть на меня, то он завоюет, разобьет мое царство в пух и прах. Поэтому есть такое правило, что никто не должен пытаться сразиться с тем, кто превосходит его силу. Кулахалина. Сатраджит подумал, я должен искупить свою вину.
Садраджит думал, как же я смогу доставить удовольствие Шри Кришне, как я могу осчастливить его и простить это мою ошибку, это мое оскорбление, которое я нанес. Куда бы я ни пошел, люди даже не хотят со мной разговаривать. Таким образом, я стал изгоем, я отвергнут всем обществом. Как я смогу жить? Что же мне сделать для Шри Кришны? Чтобы жители Двараки не проклинали меня. Если они начнут меня проклинать и ругать, то как я смогу получить такое облегчение? Этим проклятием не будет конца. Я не такой провидец, который может видеть будущее. Дурдарши означает тот, кто видит будущее, провидец. А дурдарши означает, что я глупый человек, обычный человек, и мурга означает дурак. Я жаден до богатства. Я вижу, что существует только один путь избавиться от этого оскорбления, это предложить Шри Кришне свою дочь. Таким образом, породнившись с Кришной, никто больше не будет меня проклинать. Я должен отдать свою дочь в жены Кришне. Она драгоценный камень среди девушек. И я дам этот драгоценный камень Шьямантака как приданное. Таким образом, Садраджит решил отдать в жены Кришне свою дочь Сатьябаму и камень Шьямантаку. Он посчитал, что это правильный путь для того, чтобы обрести спокойствие, умиротворенность. В противном случае я не смогу жить в мире и спокойствии. My
Шубхам, которая очень благоприятна, и Ганна Шамантак он обратился к Удаве: «О, Удава, пожалуйста, если у тебя есть время, то, пожалуйста, передай Кришне мое предложение. Я хочу, чтобы моя дочь вышла замуж за Шри Кришну». Тогда Удав со сложенными руками обратился к Кришне. «Мой Господь, я должен тебе что-то сказать». Кришна сказал: «Говори, что хочешь, но это не должно касаться Сатраджита». Тогда Удава сказал: «Эта вещь касается Сатраджита, но она очень благоприятна. Если ты хочешь выслушать меня, то все мы получим от этого блага». Кришна сказал: «Если это благоприятно, то тогда я, конечно, послушаю. Пожалуйста, говори». Удав стал говорить о том, что Сатраджит обратился. К нему с просьбой принять его дочь Сатьябаму в жены. Шри Кришна улыбнулся и сказал: «Если Сатраджит готов отдать за меня свою дочь, тогда я готов принять ее». Прилагая усилия, Шри Сатраджит выдал замуж свою дочь Сатьябаму за Кришну и отдал камень Шамантага как приданное. Свадьба прошла в соответствии со всеми видхи, и все ритуалы были проведены. Хотя Сатьябама была очень-очень красивая и преисполнена всех великолепных качеств, so Bhagavad Yachita, so many persons were asking Satyabhama. Все просили руки Сатьябамы to get married with them, or with their sons, but Shri Sattaji. Но Сатраджит всем отказал. Сатраджит did not accept it, and he married his blood to Shri Krishna. И выдал свою дочь за Шри Кришна. Сатьябама, она была прекрасна, у нее был замечательный характер, она была очень разумна и гаурамбита, и преисполнена прекрасных качеств. Сатьябама
когда Сатраджит собирался подарить, дать преданное камень Чамандаку, то Шри Кришна отказался от этого. Он сказал: «Я не хочу принимать этот камень. Пусть он будет у тебя». Ты преданный Сурья Бхагавана, и Сурья Бхагаван дал тебе этот камень. Поэтому пусть он будет у тебя какое-то время. Таватастам, Дева Бхактасу. Совершай поклонение этому камню. The person who will get your whole wealth. Мы твои наследники, поэтому так или иначе все твое богатство достанется нам. Шри Шукадева Госвами говорит. Когда Шри Кришна узнал, что Пандава когда Шри Кришна узнал о том, что пандавы должны быть сожжены во дворце, сделанном из шелака. Но благодаря разуму Видуры они были спасены. Прямо за секунду до того, как они должны были быть сожжены. И после этого они победили своих врагов. И женились на Драупаде, дочери Друпада. Когда они появились на своем варис Драупаде, и Арджуна пронзил своей стрелой глаз рыбы, и когда они женились на Драупаде, то Арджунам и Пандавам вернулись в Хастинапур. Pandavas has returned in Hastinapur. Shri Krishna went to Hastinapur. Узнал об этом, что Кришна также отправился в Хастинапур. So Vidya Thakur Govinda, Dagdhan Akani Pandavan, Kuntin Chipunle Kalti, Saharamo Yeru Kuru. Though Krishna was knowing everything, и хотя Кришна знал все,
one in the that Lakshadra. Shri Krishna went to make consolidation. Он отправился в Асану гору для того, чтобы успокоить Кунти. Обалдел. Прошу прощения. Кришна отправился, чтобы успокоить Кунти, а Баладева отправился в Хастинапур. В это время они по Пандаву все еще скрывались. Shri Krishna met to Bhishma Kripacharya Vidur. Shri Krishna встретился с Бхишмой Крипачарьей, Видурой и Гандхарой. Дритараштра с Дроначарьей. Тунди дукхам ча сангамьо, ха кашкам ити хочат. And Shri Krishna expresses condolences. Выразил свои соболезнования. Он так сказал. Он сказал, мы чувствуем такой, я чувствую такую же печаль, как и вы чувствуете. Таким образом он выразил свои соболезнования Кунти. Таким образом, испытывая боль, Кришна выразил таким образом свое соболезнование. В то время как Баладева и Кришна находились в Хастинапуре, Сатраджит все-таки изменил свое решение и отдал ее Шри Кришне. Сейчас в твоей жизни сейчас ты больше никогда не получишь Сатибаму. Оставь даже мысли от того, чтобы думать о Сатибаме. Ты никогда не получишь Сатибаму. Но даже сейчас есть камень, который находится в покоях Садраджикта. И этот камень Шьямантакамани. Постарайся получить этот камень. Самадраджита
было два драгоценных камня. Один из них Сатьябама и один Шьямантака. Но один из них, он уже потерян для тебя, но все-таки второй остается в покоях Сатраджита. Отправляйся, убей Сатраджита, забери этот камень. So akrura transformado uchitu akrura transforma вот акрура это тварна они посоветовали шадарме маника смана гриенте ишту бан джет из бинда сатаджи so you why do you not getting that jal so you should try to get отправляйся и заполучи этот камень. This was very much inappropriate. Then, in our witness, Satyajitra has made the engagement of his daughter with you. So you are a witness. engagement. So you asked him for us, he was saying that I shall give to my daughter to Shri Shandarva. Это было не совсем правильно, потому что не совсем правильное время, не совсем правильный поступок Сатраджита, потому что он обещал тебе свою дочь, а потом поменял свое решение. И таким образом мы, присутствуя при этом, мы тоже как бы остались оскорбленными. В конце концов, Сатраджита изменил свое решение и отдал свою дочь Шри Кришне, а не нам. Это было неправильно. That Satyajit should also follow his brother. Поэтому Сатраджит должен последовать за своим братом. Означает, что так же, как Прасена был убит, так же и Сатраджит должен погибнуть. He should also be murdered. And he should follow his brother. Kasmat bhātra na ambiya. Why do he is not following his brother? Evam bhinavati sthabhyam satrajit tam asatmaha shayam abhid loha sapa khir jivataha. In this way, motivated by akrura and karma, shadharma, мотивируемый акрурой и шадхармой, intellect was disturbed. His thinking was disturbed, and that he was asattama. He was very much a wicked person. That means Shandharma was very much a wicked person. Был очень нехорошим человеком, очень злым. And Satraji was sleeping on the bed. Побуждаемый Акрурой, Сатдхарма отправился к Сатраджиту, и в это время Сатраджит спал. И во сне он его убил. He's killing Satraji. But actually, Papa Shri Jivataha, his own life was just reduced. He is himself was Kshirajivan. While he was stabbing Satyajit, at that time, he was attacking on Satyajit, Srina Vikrushmana. Когда он убивал Сатраджита, в это время все женщины во дворце Сатраджита стали
плакать и кричать. There was crying like anath, like offering, offerings. Hatva pashun sankan bar man abai chaturman, and like a cruel sharper, he hatva pashun sankan like a slaughterer. Своим острым мечом он разрубил Сатраджита. Не совсем понимаю. Тогда он забрал этот камень Саймантаку и ушел. Но даже в такой ужасной ситуации Сатьябама не потеряла контроль. Она собралась, не потеряла. Контроль над своими чувствами. И хотя она была очень печальна произошедшим, даже в этом переживании о том, что произошло с ее отцом, она положила тело в масляный сосуд. И отправилась в Хастинапур. Она рассказала все о произошедшем Шри Кришне. Тогда Шри Кришна, услышав об этом, тогда Шри Кришна повел себя как обычный человек. Он стал сокрушаться и плакать. О, какой ужас, какое горе постигло нас. И таким образом он пролил свои слезы. Он сказал, что у меня столько много родственников, тестей, но никто меня так не обвинял, как тот был Сатраджи.